Людей этой профессии сложно собрать всех в одном месте и в одно время. Ведь ежеминутно в их помощи нуждаются тысячи людей. Но тем не менее, накануне празднования Дня медицинского работника в Малом зале кинотеатра «Искра» собрались представители разных направлений этой профессии. Первым виновников праздника поздравил глава района Олег Хромов, отметив положительные тенденции в развитии отрасли здравоохранения. В нашем районе медицина является приоритетным направлением муниципальной отраслью, одной из основных муниципальных отраслей. Неважно, что с 1 января текущего года медицина ушла с точки зрения распределения государственных полномочий на государственный или областной уровень. Но вы остаетесь для нас все равно приоритетным. Этому есть конкретные подтверждения, ведь за счет местного бюджета мы только в этом году строим две новых больницы. Это инфекционное отделение центральной больницы районной и строим Молоковскую участковую больницу. В июле-августе, по словам Олега Хромова, в районе будет развернута широкомасштабная кампания по обеспечению медиков жильем. Это сообщение сопроводилось бурными аплодисментами. Глава района вручил ряду представителей учреждений здравоохранения почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области, Московской областной думы и благодарственные письма министра здравоохранения Московской области. Осокин Василий Витальевич. Среди награжденных Екатерина Григорьевна Баканова. Солидный срок, полвека, отдала эта женщина работе в амбулатории совхоза имени Ленина. Спасибо моей маме. Моей маме она как-то меня нацелила на эту профессию. И я благодарна ей всю жизнь. Полюбила эту профессию, без нее не мыслю. У меня вот сейчас будут награждать 50 лет, я работаю в этой профессии. Поэтому я довольна. Придя однажды в эту профессию, человек довольно быстро понимает, его эта стезя или нет. Врачи, медсестры, фельдшеры и даже санитары, как говорят сами медики, это диагноз. Я пришла после окончания колледжа, пришла сразу на скорую помощь, и там и осталась работать. И у нас чаще всего так и бывает. То есть люди приходят и остаются, либо сразу уходят. У нас редко так бывает, что люди приходят, потом уходят, потом опять приходят. Они работают в системе скорой помощи, но единственное, что вот место работы меняют. А так скорая помощь, как говорят, это диагноз. Я уже 51 год работаю в здравоохранении. Начинала в операционной Москве, сейчас вот здесь. И мне нравится работа. Но медицина – это не только те, кто лечит. Это большая структура. И на торжественном вечере награждали экономистов, электриков и представителей других смежных профессий. Когда случится беда, они приходят на помощь. И я до сих пор не считаю это медицинской услугой, я считаю это медицинской помощью. Много хороших слов было сказано в адрес людей в белых халатах. Ведь все мы, большие начальники и рабочие, в какой-то момент нуждаемся в помощи медицинских работников. Особые слова благодарности я хотел бы выразить нашим уважаемым ветеранам системы здравоохранения за ваш опыт и те традиции, которые вы передаете молодому поколению сотрудников здравоохранения. Главный врач Видновской районной клинической больницы Виктор Шашков представил небольшую статистику с внушительными цифрами. 1500 посещений в день – таков показатель всех медучреждений района. Более 20 тысяч человек в год проходят через стационар. Более 1 000 000 обращений за медицинской помощью ежегодно. И переход в областное подчинение никоим образом не сказался на качестве предоставляемых услуг. На мой взгляд, за эти полгода мы абсолютно справились, наверное, с самым главным своим предназначением – это сохранением и укреплением здоровья населения. И приумножением в том числе. Завершился вечер праздничным концертом, в котором участвовали артисты Центра культуры и досуга и Детской школы искусств города Видное. Я твоей пустью была, дальше пойти не смогла. Не долюбил, не доиграл, на мое так ты не добрал. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.